Мотивации вагон. Ой, слушайте, сколько мотивации. Вот. Это только у людей, которые не смотрят на правду, нет мотивации. А кто в наши времена посмотрит в правде в глаза, мотивация у него будет вагон. И она есть. Она просто вас изнутри разрушает. Из-за того, что вы с ней как бы не работаете вот так мыслью, не прикрепляете ее к жизни. Вот. Она просто вас внутри гложет тоской, скукой, ощущением бессмысленности существования и так далее. Вот. А очень бы не хотелось, чтобы у вас такое было. Хочется, чтобы у вас было такой драйв был в жизни. Тарантас, так сказать, трещит по всем швам, но мы держимся греческий. Вот что хочется. Вот. Поэтому желаю вам этого.